Общение с людьми, работа по первому звонку и умение не быть равнодушным к чужим проблемам. Все это ежедневная рутина сельского участкового Николая Безрукова из Кустанайской области. В полиции он работает уже почти 20 лет. О своей нелегкой профессии он рассказал Дарье Казак. Участковый вот уже 19 лет охраняет покой жителей села Крыловка в Кустанайской области. Профессия эта универсальна, поскольку он исследователь, и оперативник, и патрульный полицейский в одном лице. Выбрал я эту профессию не случайно, так как во мне присутствовало желание всегда помогать людям. По словам директора школы, в которой учился Николай, делать это он начал еще будучи подростком. После уроков вместе с одноклассниками помогал пожилым по хозяйству. Колол дрова, носил воду, зимой убирал снег. А теперь, будучи участковым, поддерживает и свою родную школу. Он не зря эту профессию выбрал. Он активно, получается, сотрудничает в школу, всегда приходит. У нас, как вы знаете, всегда имеются трудные дети, трудные семьи. Активно работаем и с этими ребятами, с этими семьями, и он Николай нам активно помогает в этом. Николай Безруков следит за порядком в 6 населенных пунктов в Сарыкольском районе. Свой административный участок он обходит ежедневно. 1872 жителя. В данном населенном пункте Крыловки имеется средняя школа, ТО, 2 крестьянских хозяйства, 5 ТП, а именно магазинов, дом культуры. Николая Васильевича Безрукова знаю с таких лет. Проводит с нами постоянно профилактические беседы, доносит до нас все, деревня у нас успокоена. Благодаря работе полицейского за прошлый год в селе не было зарегистрировано ни одного преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. Среди ежедневной рутины участкового и оповещение сельчан о новых методах, которые сейчас используют мошенники в интернете. Вот недавно мне звонили, тоже представились, мужчина представился, что он с банка. Я поняла, конечно, что это мошенники, так как наш участковый уже нас об этом предупреждал. Я скинула сразу трубочку и все, даже не стала разговаривать. Рядом с селом Крыловка проходит дорога республиканского значения. Чтобы избежать аварий, полицейский следит за скотом, который хозяева зачастую выгоняют на вольный выпас. В декабре месяце мы выявили два нарушения по брачьим скоту, где были найдены хозяева, также привлечены к административной ответственности. Сельского участкового Николая Безрукова все местные жители от мала до велика знают как профессионала своего дела. Для них он уже давно стал человеком, который всегда поможет, выслушает и защитит. Пожалуй, в этом и заключается главная миссия сотрудников полиции. Дарья Казак, Первый канал Евразия.